ці заяви Макрона про те, що країни ЄС можуть ввести свої війська до України, наскільки ви в них, скажімо так, вірите? Тому що і той же Ізраїль, якщо порівняти всю історію цієї країни, не часто він мав, скажімо так, війська союзників на своїй території. То чи варто нам, українцям, пофантазувати, помріяти щодо такої перспективи? Пофантазировать всегда можно, однако желательно опираться на реальные предпосылки, в том числе на исторический опыт. Президент Макрон вообще человек склонный к довольно громким заявлениям. Я лично считаю, тут, конечно, ближайшие дни покажут много, но я лично склонен считать вот это его высказывание. Ну, во-первых, он говорил о возможности, о том, что взвешивается возможность направить военных некоторыми странами, ну, естественно, он в первую очередь за свою страну отвечает. Кстати, некоторые другие страны поторопились сразу же заявить в лице своих руководителей, что никоим образом такая возможность ими не взвешивается. Но, по крайней мере, за себя Макрон, конечно же, отвечает. Так вот, я лично считаю, что это была либо его такая относительная импровизация, либо он, естественно, со своим близким окружением посоветовался и решили, что таким образом... Ну, я бы сказал так, передать месседж России, что действия России против Украины и вообще действия России в целом, дестабилизирующие действия, могут встретить когда-нибудь при каких-нибудь обстоятельствах, абстрактно, но встретить более серьезный отпор со стороны стран ЕС и со стороны конкретно Франции. То есть я рассматриваю это именно в таком духе. И желание поставить на повестку дня вот этот вот вопрос, в том числе и чтобы другие страны заговорили. А может кто-то присоединится, а может кто-то положительно оценит. Однако от вот этого заявления и до реального какого-то предоставления контингента войск, а я подчеркиваю, контингента войск, кого-то воюющего реально, да, это может быть условно пехота, артиллерия, авиация, дистанция колоссальная. Просто вот и здесь не должно быть никаких иллюзий, буквально в смысле колоссальное. Военнослужащие стран ЕС, стран НАТО, я нисколько не сомневаюсь, я даже об этом знаю, появлялись на территории Украины во время войны. И даже сейчас, если не ошибаюсь, прямым текстом премьер-министра Великобритании фактически отвергнул предложение Макрона, сказал, что, мол, контингентов никаких не будет, а военнослужащие, помогающие так или иначе Украине, я так понимаю, несущие охранные функции в некоторых местах, бывают. Поэтому формально можно сказать, что ответ как ну, инструктора воевать никто не будет. И про инструкторов так само, напевно, йдеться. Так, такі естественно, функції. Инструкторов, охранников, временных визитеров. Но вот именно рассчитывать на то, что кто-то приедет за Украину воевать, если не произойдет какого-то кардинального, я не знаю, форс-мажорного обстоятельства. То есть приблизится война России и НАТО, причем приблизится реально и вот буквально начнется, рассчитывать, что до такого вот события кто-то, если мы не говорим о добровольцах и военных советниках, вот реально страна пошлет свой контингент, было бы для меня очень неожиданным, но и тем более, если речь идет о Франции. Но в принципе каждая страна чисто теоретически вольно решает для себя. Если кто-то вот так решит, что мы хотим оказать прямую военную помощь Украине, никто им не помешает. Но до сих пор в соответствии с этой логикой не действовала ни одна страна. Все хотели в той или иной степени избежать столкновения с Россией, исходя из того, что это ядерная держава, и последствия уже ядер перехода конфликта в ядерный могут быть несопоставимо тяжелыми. И, собственно, оттуда надо отталкиваться.